На школьных каникулах 8 и 9 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Текстильщик» прошел межобластной турнир по баскетболу среди юношей и девушек 13 лет и моложе. Эти соревнования стали уже традиционными. Проходят они в память Нины Николаевны Орловой, тренера по баскетболу детской юношеской спортивной школы. В турнире приняли участие 8 команд. В общекомандном зачете рассказовские баскетболистки заняли 3-е место. Маршанск поднялся на 2-ю ступень, а мичуринские спортсменки стали первыми. В программу соревнований дополнительно были включены состязания по штрафным броскам и броскам с точек. В этих двух видах наши девушки оказались сильнее своих соперников и в итоге стали лидерами. Все участники турнира получили почетные грамоты и сладкие призы.